Доброе утро, друзья. 6 часов утра. А у меня расцвел Селеницериус грандифлорус, королева ночи. Этот огромный цветок уже идет на убыль. Уже начинает закрывать свои прекрасные лепесточки. Вот так. Но сегодня вечером будет еще одно цветение. Раскроется следующий бутон. Здесь еще наклевываются разные бутончики. Но мы не знаем, осилит ли королева ночи и зацветет ли еще раз. В прошлом году было 2 цветка. И в этом вот тоже. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Диего пришел. Диего, расцвел твой кактус. Прошлый год он так нюхал его, что чуть не упал в вазон. Вот сюда я его поставила, чтобы хорошо снять. Посмотрите, друзья, как он пахнет хорошо. Ванилью и шоколадом. Диешка, ты что там, малыш? Малышик наш. Эй, что там такое, котенок мой? Вот. Вот такая прелесть у меня, видите? Уже начинает закрываться. И вот еще. Какой славный. Цериус. Такие дела. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.